Единственная моя. Ну, мне не хватает мощи, конечно, любимые, не хватает. Но посмотрите, я постаралась как можно детальнее разодеться, как Киркоров, разве что надо было это все сделать поярче. Но я не люблю, когда и рубашка яркая, и тут же какое-то украшение, и яркий макияж, и 33 всего. Лучше что-то сделать такое более-менее в его стиле, в стиле Филиппа Бедросовича, но все-таки в некоторой, так сказать, выдержанности. Простите меня за то, что я отсутствовала почти 2 недели, исправляюсь, ушла, в общем-то, в загул. Итак, Филичке 55 лет. Психологический портрет сегодня будем очень детально разбирать. Не будем копать его детство, иначе не хватит всей нашей передачи 40-минутной. Сразу приступим к его личностным качествам. Личностные качества нашего мальчика 55 лет, да? Причем он ведь до военных событий на самом деле выглядел просто великолепно. Если вы посмотрите интервью Собчак, где у него она брала интервью, он сидит как раз на этих разноцветных стульчиках, которые, я помню, магазин был такой в Майами, и там как раз эта вся мебель продавалась. По всей видимости, он оттуда ее покупает, и вот она такая разноцветная. Но, вероятнее всего, это никогда не будет чем-то раритетным. Это хлам, который пойдет на помойку. Вот такое ощущение, что это какое-то вот дешевое папье-маше из говна и палок. Соответственно, когда Собчак брала у него интервью, это было, наверное, там 4-5 лет назад, он вот прям был очень свеженький, очень бодрый, витальный, столько в нем было какой-то этой энергии, да, желания творить. И эти дети, они настолько в жилу пришлись ему. Все было очень хорошо. Сейчас Алена, блин, взяла у него интервью, посмотрите тоже. Очень интересное интервью. И вы увидите, как, я полагаю, СВО его развалило. То есть он как будто бы вот за этот год состарился, стал жирный, пьяный, потный, разнузданный какой-то, весь обрюзгший. То есть что-то произошло. Во-первых, он боится, что вдруг мина попадет к нему, я не помню, где он живет, на Рублевке или где, напишите, кстати, в его дом, да, у него здесь дети. Любимая женщина-мама, потому что Алла Борисовна для него не любовница, она никогда не была его любовницей. Она была для него прежде всего мамой. То есть он настолько стойко зашел во все эти проекции и переносы, да, что он сейчас ее рьяно защищает изо всех сил, вот просто в глотку впивается, начинает драться за нее, да, именно потому он ведет себя как ребенок, чью маму обижают, он рано утратил свою маму, и, соответственно, он вцепился в нее клещами, он не может ее забыть, и все песни посвящены ей как маме. Нет там сексуального возбуждения, не было никогда. Там была какая-то вот такая больше любовь сына к матери, да, и более что-то такое платоническое, скорее, да. Вот, соответственно, сейчас он очень сильно изменился, вот он побухивает, видно, да, вот он жрет от этого страха, от этих как будто бы непонятных, неясных перспектив, что будет впереди, да, во что это будет выливаться, лишат его как будто бы всего или нет, как бы какое будет будущее у его детей. В общем, это все его тем или иным образом беспокоит, и он превратился в какую-то развалину. Походка такая какая-то, вот как у старика, ворчливая, да, такая грузная, причем же очень высокий. На самом деле очень высоким людям ни в коем случае нельзя набирать вес, потому что это огромная нагрузка на сердце. Человек просто может не выдержать и раньше времени умереть. Вот папа у него долгожитель за счет того, что он не разжирается, да, и он не такой высокий. А я не могу вспомнить долгожителей, чтобы они были высокие и жирные. Они очень быстро умирают. Поэтому Бедросович, конечно же, рискует оставить своих детей на непонятно кого, кстати. Вот если вот он умрет, кто будет воспитывать его детей? Да? Тут неясная такая ситуация. Ну да бог с ним. Давай. Что бы вы выбрали между встречаться с айтишником или стать айтишницей? Уверена, что второе. Кому нужны эти жадные программисты, правда? Но IT – это не только программирование, поэтому если вы давно хотели войти и вас пугали страшные слова, то есть такое направление, как аналитика данных, специалисты, которые, между прочим, считаются рок-звездами в деловом мире. Это самый простой вход в IT, где не нужно уметь программировать. Здесь и средняя зарплата в 130 тысяч рублей, и множество от
открытых вакансий в любой отрасли, а работать можно удаленно из любой точки планеты. Поэтому я рекомендую учиться на аналитика данных в онлайн-школе Skill Factory. Здесь учат на реальных проектах, поэтому вы сразу же будете получать те знания, которые будут нужны в будущем на практике. Курс подойдет тем, кто раньше никогда не сталкивался с аналитикой, и тем, кто гуманитарий в четвертом поколении. На курсе также вас ждет поддержка менторов на всех этапах обучения, стажировки и карьерной консультации. Обучаться можно в своем темпе и не думать о том, что у вас горят дедлайны. Ссылка в описании или переходите по этому QR-коду. Оставляйте заявку на консультацию со специалистом школы, а по промокоду Степанова вы получите скидку 45%. Давайте потихонечку будем переходить к чему? К его каким-то личностным качествам. Правда же, раз уж у нас с вами психологический портрет. Что мы видим? Конечно же, это классический истероид. Это ясное дело, да, к бабке не ходи, вот это потребность эпатажная без конца выходить в этих перьях на публику, постоянно о себе заявлять, я звезда, я король, хотя он говорит, что это люди провозгласили это, но он все сделал для того, чтобы так сказали, да, то есть он выходил на там, восседал на этом троне, он там не снимал с себя эту корону, поэтому, конечно же, в данном случае присутствует тот самый нарциссический радикал, да, я звезда, у меня столько премий, я тут номер один и так далее. В принципе, мы все это видим, да. То есть самовлюбленность такая просто вот до безобразия. Самовлюбленный такой вот павлин. Дальше, если говорить про личностные качества. Хамовато-быдловатый. И вот в нем есть такая очень неприятная грань, которую, ну, скорее всего, она всем вам не нравится тоже, да, как и мне. Она иногда вот до омерзительного неприятная. Почему? Я не люблю, когда обижают слабых. И он каждый раз обижает слабого. Ну, возьми какого-нибудь кавказца, ну, там, я не знаю, на концерте или где-нибудь, и подерись, что ты как халдей-то? Потому что вот у него есть какая-то вот уязвленность, да, потому что он Казнокрадов поет, выступает, а там пьяные чиновники, я не знаю, они в него там огурцами кидаются, давай выпьем, филе, или какие-то, я не знаю, где он выступает. То есть, понятное дело, это какие-то маленькие такие корпоративчики, это баня, это какие-то шлюхи, и это что-то не очень приятное, где он вынужден быть. Вынужден в силу того, что он транжира, он тратит больше, чем зарабатывает. Он в долгах, как в шелках, правда? Это мы тоже с вами видим, вот такой шопоголизм. Да, такое аддиктивное, в общем-то, поведение. Так вот, и, соответственно, он работает, он трудяга, трудоголик и дает концерты по всей России. Соответственно, и в приватных вот этих у Казнокрадов компаниях он тоже выступает. И там ему неприятно. Это никому неприятно, да, вот мы, если мы посмотрим на всех наших звезд, им всем это неприятно. Более того, когда ты в этом находишься не 10 лет, не 20 лет, да, уже больше 30 лет, ведь обратите внимание, Киркоров на протяжении уже очень многих лет очень хорошо чувствует конъюнктуру, очень хорошо чувствует, в общем-то, власть, умеет дружить и никогда не выходит из трендов. И это его самый главный талант, кстати говоря. Соответственно, он начинает отрываться на слабых. У него есть такое небольшое ненавистничество чуть-чуть в нем присутствует. Эти бабы уже ему поддостали, да, которые вешаются на него. И видно, что вот они его раздражают, ему уже душно, плохо от них, но он вынужден, да, это все как бы, в общем-то, облизывать и обслуживать, в общем-то. Соответственно, он на них начинает отрываться. Начиная вот с этой розовой кофточкой, которая очень была, помните, активно ее везде муссировали в СМИ. Ну и заканчивая, недавно он кого-то отлупил. То есть это каждый раз он отрывается на самых слабых. На человеке, который не может в силу там объективных обстоятельств дать ему какой-либо отпор. Да? И вот ведет он себя отвратно, вот так вот гадко, быдловато, как Борчук какой-то избалованный, вот такой вот мерзкий мужик. Да? И вот он, у него голос какой-то отвратный становится. Вот это есть такая в нем грань, она очень, он вспыльчивый, он молниеносно как бы может загореться и зайти вот в эту какую-то жуткую, значит, даже не просто конфронтацию. Он сразу ищет нечто, где он абсолютно точно победит.
Он же не начинает обижать Алсу, там, допустим, да, там, где он получит эту ответочку. Или не начинает обижать каких-то там влиятельных людей. Он с ними очень хорошо дружит, жопу им вылизывает. Но как только представится случай какую-нибудь там бабу там отлупить ногой, да, он это сделает. Или что-то такое, значит, где прокатит, да, где прокатит. Соответственно, вот эта черта нам с вами не нравится, она такая неприятная. Я не люблю, когда вот так обижают слабых, когда тебе не могут дать сдачу. Дальше, да, вот эту импульсивность мы видим, скандальность видим, значит, заносчивость какую-то, да, он себя противопоставляет другим, в этом есть какая-то нарциссичность, да, что вот я зашел, вы что тут хотите скандал? Вы что, не видите, что звезда пришла, да, и вот это вот с таким апломбом, это, в общем-то, вот с такой претензией, да, вот такая как будто и уязвленная при этом самолюбие. Казалось бы, ну, господи, боже мой, ну, успокойся, ты звезда уже на протяжении очень многих лет, ты такая, у тебя эффектная внешность, он же очень красивый. На самом деле он очень красивый мальчик. Это когда, это сейчас, я не знаю, зачем он сделал эту жуткую совершенно пластическую операцию, но мы будем надеяться, что это как-то рассосется, хотя я сомневаюсь, чаще всего после пластической операции человека не узнать не потому, что он становится даже некрасивым, а он становится другим. Он теряет собственный какой-то почерк, такой, какой-то, какую-то свою индивидуальность, изюм, да, все то, за что его люди любят. Поэтому это было, возможно, опрометчиво с его стороны, потому что он прекрасно выглядел, в принципе, да. Вот, опять же говорю, до последнего момента. И более того, у него очень хороший обмен веществ, он радостно быстро худеет, я не понимаю. Нужно было просто нанять диетолога и тренера. Все. И этого не нужно было делать. Зачем-то обстриг себе этот живот, что-то сумасшедшее с лицом, и вот это за волосками прячет. Ну, в общем, это уже климактерические какие-то вещи мы видим, да. Уровень тестостерона падает, и начинается уже вот эта вся какая-то лебединая песня. Поэтому, вот, значит, тщеславные, да, эгоцентричные, эгоистичные. Это, конечно же, чувствительные, потому что все же мы больше видим истеричку. Истерички люди чувствительные, но за годы вот этой публичности он все-таки нарастил эту броню, и у него получается, в общем-то, ну, как много что от него, как от мамонта, как от слона, от этой толстой шкуры отлетает. Но это скорее такой панцирь. То есть у него получилось это создать, да, чтобы ничто ему, в общем-то, не угрожало и быть таким неуязвимым, да. Невероятно хвастливый. Вот это мы тоже видим, да, вот он понты, вот эти бриллианты. И вот он мне даже напоминает вот какую-то бабищу, которые за 50, это вот работница торговли, и вот на нее на всех пальцах золотые кольца, и вот она вся в аляпистых, тут у нее Гуччи, тут Армани, тут Версаче, и все схвачено, да, и вот все в дом, вот такое какое-то хапужничество такое, и тут же вместе с тем щедрость какая-то, да, вот и все вот везде, вот тут 4 места, я помню, летела в самолете, там какая-то женщина ходила, и вот она везде свои мешочки расставляла, я и тут сижу, меня много, я тут пришла, и я сейчас в школу самую лучшую запихну, там веточку дала, вот что-то такое, какое-то вот какую-то бабищу больше напоминает мне. Опять же, да, есть такая яркая грань, та, в общем-то, субличность, которая считывается вот эта вот такая решалочка такая вот, все везде влезет, со всеми связи наладит, да, вот. И вот это тоже мы, в общем-то, с вами видим. То есть нисколько какого-то, да, не знаю, там, мужчину, да, я в нем вижу, сколько вот эту какую-то бабищу. Так, значит, дружелюбный, как я уже говорила, очень даже хорошо умеет дружить и очень понимает, с кем дружить. Ведь у него уже какие-то связи наработаны совершенно немыслимые, да, он там и с Эрнстом, и с Крутым, и все это, и близкие друзья, и политики, он везде вхож, собственно говоря, получил какое-то немыслимое количество наград, да. Вот, это мы с вами видим. Соответственно, что еще? Смелый, в принципе. Смелый в каком плане, да? Не в том смысле, что он смелый, пойдет рожу кому-то бить, но вот именно не бояться, да, без конца о себе как-то заявлять, не бояться открывать эти двери, не бояться организовывать какие-то немыслимые шоу, не бояться сделать этих детей, не бояться влезть в какие-то долги. Вот такого рода смелость там присутствует, да? Потому что ведь он же как Пушкин, собственно говоря,
говоря, живет не посредством. Он купил этот огромный дом, он страшный там шопоголик, детей своих балует немыслимо, да, то есть он как будто бы вот разрешает себе эту свободную жизнь. Больше вот даже про какую-то свободу. То есть вот хочу, возьму, и вот это хочу у него очень глобальное, очень такое большое, и ничто не будет для него помехой. Хочу, скажу, хочу, поеду, хочу, сделаю, хочу, куплю. Вот так, вот такая какая-то, да, смелость имеется в виду. Так, значит, это я сказала. И он очень хорошо сечет... вот эти подводные течения, вот эти глубинные внутренние правила игры. Ведь это же шоу-бизнес, он непростой. Обратите внимание, звезда какая-то появляется, год-два исчезает. Появляется, год-два исчезает. Киркоров очень ярко вошел на сцену и никогда из нее не уходил. Он ни разу за все эти годы не был в тени. Он может говном обливаться вместе с Басковым, он может подражать, и вот сейчас потихонечку плавно переходим к карьере, да, сплошное плагиатство мы с вами видим, позаимствовал одно, позаимствовал другое и так далее. То есть нет своих идей, постоянно, значит, что-то у Леди Гаги что-то, значит, у Элвиса Пресли, где-то у Майкла Джексона, где-то еще что-то оттуда. У Шер что-то, и вот все, вся такая эклектика, которая по итогу выстреливает на нашей эстраде. Потому что ярче, чем Киркоров, нет никого, в общем-то, согласитесь, да? Вот это эпатажные такие, совершенно какие-то безумные, эпичные вот эти перформансы, да? Он же вывозит чуть ли не целыми КАМАЗами, за ним едут эти машины, в которых хранятся там и его костюмы, и все эти безумные декорации, да, это же, ну, нет никого, кто как бы приблизился бы к нему. Ну, вот он с этой истерикой такой зашел на эту сцену, и как классическая истеричка не готов с этим всем прощаться, с этой зрительской любовью, и будет делать все, чтобы быть на плаву. Хотя он говорит, да я, он же его даже в Ютубе очень хорошо смотрит, да, хотя он говорит, да нет, я эти тренды ютубовские, мне плевать, это случайно, это не случайно. Это не случайно. Он делает все для того, чтобы быть в этих трендах всегда. То есть надо с тиктокерами плясать, будем с тиктокерами плясать. Надо там, значит, что там еще, говно сожрать, будем говно жрать. Вот, значит, это про то, что я сказала. И потом вот почему, кстати говоря, потихонечку будем переходить. Ну, я к карьере еще вернусь, да, потихонечку будем переходить немножечко и к личной жизни, будем так варьировать. Вот эти дети были ему в жилу, на самом деле, они его в каком-то смысле спасли, дали ему второе дыхание и возможность творить дальше, работать дальше. И если бы не брал он этих детей, к примеру, не брал, да, если он бы не родил этих детей, там, неважно каким способом, вероятно, он бы не смог... вместе с Басковым, да, прыгнуть на вторую волну. То есть они там и рэперами какими-то были, там и, ну, много всего интересного мы с вами видим, да. И, как правило, мы это видим у людей, когда они имеют какое-то второе дыхание. То есть это или молодая какая-то жена, да, у человека появляется, ему надо эти яйца всем показать, что он еще ого-го. Или, то есть было некоторое событие, которое предшествовало вот этой второй волне, на которой человек может взлететь, да, дальше. И лететь дальше. То есть есть этот запал. Поэтому, конечно, дети были очень даже ему нужны, очень пришлись в жилу. Так, значит, еще два слова про карьеру, и уже переходим спокойно к его личной жизни. Про карьеру. Что я могу сказать? Я не вижу гения. Я не могу сказать, что он не талантливый. Он талантливый, у него хорошие вокальные данные. Моя очень любимая у него песня «Снег». Сильная песня, хорошая песня, которая цепляет любой возраст. И маленьких, и взрослых, но она очень такая мощная песня. Все остальное, оно лучше, чем у многих других на российской эстраде, но только благодаря тому, что он сравнивает себя с какой-то абсолютной посредственностью. То есть если вывести его на мировой уровень, да, ну, не будут люди особенно покупать билеты на Киркорова. Правильно, ну, там, я имею в виду там. Европейцы, американцы, австралийцы, канадцы там, и так далее. То есть, ну, не будут. То есть это мы не услышим Киркорова где-то там везде у таксистов. Да? Вот. Это не Элвис Пресли, который будет играть и через 100 лет, и через 200 лет. Он никогда не останется в истории, к сожалению. Вероятно, он от этого страдает. Ровно как и его бывшая супруга Алла Борисовна.
У нее есть прекрасные песни, они немножко не в моем вкусе, потому что у меня есть свой неприятный ассоциативный ряд, потому что песни – это же якорь, ты тут же что-то вспоминаешь. Соответственно, с песнями Аллы Борисовны у меня связаны не лучшие воспоминания, это вот что-то такое совковое, коммунальная квартира, какие-то алкаши, что-то вот что-то такое. Вот, в общем, несчастные бабы с этой какой-то там помадой одной, и эти тени в коробочке. Вот это, кто помнит, вот были такие тени, они вот такие в коробочке, как кусок пластилина. Туда надо было харкнуть. Кто меня, 20-летки, вот кто меня сейчас слышит, вы такое не застали. Значит, у нас были тени такие. Это была коробочка, там был такой черный пластилин, туда надо было харкать. И деревянный какой-то, не деревянный, пластмассовый какой-то щеткой, вот это чего-то. И вот у меня с этим ассоциировалась, значит, вся музыка Пугачевой. Так вот, Киркоров, он как-то пришел попозднее и как-то поприятнее, что ли, зашел. Я не знаю, ну вот. Поприятнее ассоциации с ним, по крайней мере. Ну, вот так. Но опять же, да, как я уже повторюсь, все позаимствовано. Нет ничего радикального. То есть, почему, в общем-то, многие называют его «голый король»? Голый, а король-то голый, да? В силу того, что это вот все какая-то мишура, за которой прикрывается ничто. Вот. Но я не могу опять же сказать, что он какая-то бездарность. Он не бездарность. В принципе, там есть свои таланты, да? Но, вот повторюсь, больше, наверное, это такой продукт какой-то, ну, вы знаете, как Мадонна. Ну, то есть, можем мы сказать, что Мадонна, вот она великая, талантливая очень певица. Ну, блин, ну нет. Ну нет, да? То есть, если мы про Витни Хьюстон можем сказать, это, блин, голос. Вот это певица, вот это талант, вот это гений. То есть, здесь скорее это какой-то гений какого-то маркетинга, Мадонна, да? И вот то же самое, собственно говоря, наш король эстрады Филиппчик Бедросович. Вообще такое интересное отчество. Это же отчество у него, Бедросович. Я, кстати, думала, что он болгарин, а папа у него вроде армянин. Папа же армянин у него. А дедуля у него был сапожником каким-то. Так, значит, переходя к личной жизни, что мы можем с вами отметить, да, что мы можем с вами сказать? Вот Аллочка Борисовна была его супругой единственной, по-моему, никаких больше жен у него не было. По сексуальной ориентации мы прекрасно, он это и не скрывает, да, что он любит мальчиков, это понятное дело. И, как я уже говорила, все эти примадонны, все эти такие яркие, особенно возрастные женщины, богатые, они любят геев за то, что те говорят им в уши сладкие речи, они умеют, в общем, к этим шугар-мама, да, подлизаться. И Киркоров не исключение. Аллочка завела его на эту сцену, и Аллочка предоставила ему, в общем-то, все то, что у него было все эти годы и есть по сей день. То есть он ей по гроб жизни обязан. Собственно говоря, как и Галкину тоже, да, она, в общем-то, открывала своим мужчинам эти двери, и они радостно на ее авторитете, на ее каких-то связях возрастали до небес, взлетали до небес. Так вот, я повторюсь, он эту женщину очень сильно любит, да, но любит немножечко другой любовью. И поэтому он ее любит, любил и будет любить, ну, так как она играла роль, в принципе, матери, заботливой такой женщины. Она была хорошим другом и тире друг и мама. Вот. Поэтому он, конечно, сейчас настолько сильно переживает расставание с ней, то, что вот она уехала, и она вынуждена была поддержать своего Галкина. Опять же, немножко, может быть, не в тему, и все же, да. Галкина она поддерживает из-за страха возраста. Она не может утратить свою семью в силу возраста. Будь она чуть помоложе, конечно же, она не совершила бы такой глупости, она бы осталась в России. Но в силу того, что она вот уже такая вот как ребенок, потому что к старости человек становится такой немощный, трусливый, он уже боится всего, а как, а что. И он куда-то бежит уже туда, где вот пригрелся, чтобы кабы что не вышло, да, кабы что не вышло. Киркоров, в свою очередь, понимает, что если он сделает такой же поступок, то это будет самая большая глупость в его жизни. Так как, ну, ну сколько можно будет работать, там, я не знаю, ну, на Брайтон-Бич там попоет. Ну, там, понятно, может быть, с голоду не умрет. То есть где-то он русских соберет, но это уже не те доходы, да, это уже не миллионы долларов, которые предоставляет, в общем-то, щедрая Россия таким, как Киркоров. Соответственно, я причем больше, чем уверена, сейчас все уехавшие, они настолько кусают локти, им так тяжело. Вот я думаю, им очень тяжело. Соответственно, в силу того, что ну, ну невозможно. И когда ты привык вот этим бюджетным деньжищем огромным, да, день города, день милиции, полиции, там, день пожарников, МЧСников и так далее, там, 9 мая, это же все госконцерты. Это бешеные бабки.
И представь, когда ты прикормился, ты жил в этом годами, и теперь нужно самостоятельно что-то там искать, собирать. Это очень сложно. А ты уже привык жить на определенном уровне, ты уже привык летать на джетах, ты уже привык жить только там в пятизвездных отелях, в лакшерных и так далее, где номер стоит, да, от 2000 долларов в сутки. Как это все оплатить? Как это все содержать? Поэтому вот так. Значит, дальше, что мы еще можем с вами про него сказать, про эту личную жизнь? Соответственно, почему они развелись с Аллочкой? Ну, она его застукала с членом в попе, конечно же. Ну, естественно, а что, как? Ну, понятное дело, то есть это уже было невозможно. И ей было невозможно, и ему было невозможно, потому что ну, сколько можно жить с мамой? Ты же хочешь устроить свою сексуальную жизнь, ты хочешь встречаться с другими, там, с мальчиками, ты не хочешь больше это скрывать, ты хочешь веселиться, ты не хочешь приходить домой, да, там, и нализывать что-то, что тебе неприятно. Ты хочешь что-то такое приятное. Соответственно, он уже на волне собственной популярности, на волне хорошего заработка, думает, какого хрена я это буду терпеть. Он сделал шаг влево, развелся и уже встречался спокойно с тем, с кем он хочет встречаться. И никакая мама не устраивала ему концерты, да, где ты был, что ты делал, а почему у тебя там пися в какашках, и все в таком ключе и контексте. Все. Он в этом плане освободился. Но личную жизнь не построил, собственно говоря, как и многие геи, личную жизнь свою он не построил, конечно же, не построит. Потому что, если мы возьмем статистические, так сказать, показатели, то 80%, а то и более, да, геев, не лесбиянок, у лесбиянок чуть лучше обстоит дело, они остаются в личной жизни, в общем-то, у разбитого корыта, в одиночестве, да, вот с этой разъебанной жопой, как бы, и ничего хорошего. Несчастные такие. Еще раз повторяю, все геи, кто меня сейчас слушает, приходите на оральный секс. Потому что все мои медсестры, которые у меня работали, значит, в домах престарелых, говорят о том, что в памперсах ходят только геи. Только. Поэтому имейте в виду, это не кишка, это вам не влагалище. Оно не предназначено для того, чтобы устраивать там дабл-анал, трипл-анал и так далее. Свою прямую кишку надо беречь. Имейте это в виду. Так, значит, это мы обсудили, мои любимые. Что еще мы должны с вами сказать про личную жизнь? Там была эта история с этим Давой, проституточкой, да? Ну, Дава, он где пожирнее, там и Дава. Вот. И это, конечно, в мужчинах совершенно отвратительно. Вот видит, что через Бузову можно пролезть. А, через Бузову пролезет. Если видит, что через Киркорова, вот есть такая категория, ничего не гнушается, надо буду, в общем-то, и лизать, надо буду и сосать, надо буду и там, лишь бы. Да? Вот, поэтому в этом плане мы с вами это видим. Что еще мы можем здесь сказать? Так, значит, избалованный Барчук, это я сказала, что еще хвастливый, женоненавистник, угу. Тщеславный, щедрый, детей своих любит. Ну вот про детей два слова. Значит, он хороший папа. Как я вам могу сказать, что он хороший папа по детям? Дети – это симптом семьи. Если ты хочешь посмотреть, какая обстановка происходит у детей, то есть где и как они вообще живут, в чем они пребывают, просто посмотри на детей. Дети покажут тебе все. Если есть в глазах какой-то испуг, да, какая-то вздрагивают, зашуганность, еще что-ли, или, напротив, разнузданность, то сразу можно сказать, что происходит в семье. Дети Киркорова выглядят очень здоровыми детьми. То есть, судя по их глазкам, судя по тому, как они себя ведут, как они общаются, у них все очень хорошо. И я полагаю, это связано с тем, что он как-то их оберегает от своих каких-то, возможно, гей-вечеринок, от чего-то такого не совсем, может быть, приглядного, да, то, что детям не нужно видеть. В целом он о них очень хорошо заботится. Им вот прям хорошо. Они папу очень любят своего, да. Все хорошо. Единственный момент, который может немножко быть заметен, это то, что он дочь любит значительно больше и совсем по-другому, нежели своего сына. То есть как будто бы к сыну он предъявляет немножко другие требования, каким-то другим глазом и ракурсом смотрит на него. Может быть, этот сын слишком сильно напоминает его, да, в детстве ему. И что-то в этом неприятное, допустим, где-то он себя не принимает. Как будто бы с сыном есть чуть большая конфликтность, чем с дочерью, вот с этой Аллой Викторией.
Дети получились безумно красивые, я думаю, вы со мной не поспорите. Вероятно, это вот эти самые разные кровь, и болгарская, и армянская, там, что там еще, вот эти глаза. И тот, и другой очень сильно на него похожи. Я не знаю, от кого взяли яйцеклетку, то там говорили, от Стоцкой взяли яйцеклетку, еще от кого-то взяли яйцеклетку. В общем, не знаю, от кого взяли яйцеклетку, но яйцеклетка хорошая, удачная яйцеклетка. Поэтому вот, я сейчас, мне так жарко, ребята, я буду завязывать с этим делом, потому что у меня уже все течет, течет, течет. Так, я сейчас, меня же не видно. Погодите, заползу повыше. Значит, что еще нам с вами нужно рассказать про Бедросовича? Про Бедросовича. Так, ориентацию обсудили, диагноз обсудили. Диагноз, да, ну, видим с вами ярко выраженный такой стероидно-нарциссический радикал. Так, что еще? Мать, отец, детство, личные черты, обсудили. Что еще-то сказать, любимые, давайте. Пишите, что еще сказать. Понятное дело, можно там все это копать, ковырять, муссировать, изучать и так далее. Это все, наверное, интересно будет нам с вами. Ну, вот такие основные вещи я рассказала. Наверняка я что-то упустила. Наверняка я что-то упустила. Вот он все дерется с этими бабами. То, значит, то с Бонней, то с Наргиз. Тут что еще что-то с чем-то вот все. И вот такое, как бы, такая немножко завышенная, ну, самооценка. Любимые, вообще, я не помню, на чем прервалась эта запись. Как я уже сказала, он ругается с этими бабами, то с Наргиз, то с Бонней, то еще с кем-то и так далее, да? И так далее. И вот мы видим не то, что даже неадекватная самооценка. Она может быть и неадекватная, но зато она немножко его, не немножко, а всецело толкает его вперед. Да? Всецело, в общем-то, выводит его на эту сцену. Я великий, я звезда, я. Вот это вот какое-то я раздутое, да, оно просто каких-то, ну, размеров с целую вселенную, собственно говоря. Да, ну и два слова про, в общем-то, аддиктивное поведение. Мы видим вот этот ярко выраженный его шопоголизм, скупается все подряд, брендовые вещи дорогие, костюмы есть там чуть ли не по миллиону долларов, там по полмиллиона долларов, совершенно немыслимые вот эти гардеробные комнаты, да, как спортзалы целые. С чем это связано? Это связано, во-первых, с одиночеством. Это раз. С тем, что человек... Понятно, что люди его любят, да, публика его боготворит, но это публика, они любят образ. Но они не знают самого человека, они не знают его вот маленького филю, маленького мальчика, глубина, что там в его сердце, какая у него душа, то есть из чего он действительно состоит. Да. Им нравится вот музыка, им нравятся вот все эти там... Там красивый свет, этот дым, какие-то там шарики, все это представление. Они влюблены больше в это. Они влюблены больше в себя, да, под эту музыку, нежели в него. И он остается в этом одиночестве в итоге. И он пытается эту дыру заглушить вот этими Дольче Габбана, Версачи и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот он это глушит. И вещам, получается, он доверяет гораздо больше, чем людям. То есть с вещами проще, вещь тебя не предаст, не подставит, не обманет, вещь всегда с тобой, в общем-то, вещь всегда там будет делать то, что тебе нужно, в отличие от людей. Да? К людям есть такое некоторое недоверие, есть вот это вот «ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», то есть он, я вижу, как он устал, там эта рыжая толстуха, там, не помню, которая какую-то преподает ерунду. Не помню. В общем, куча каких-то богатых баб вокруг него вьются. А мы дружим с Филечкой, давай с тобой сфоткаемся, давай сфоткаемся. И он с одной сфоткается, с Шеляговой, Шеляговой сфоткаюсь. Это еще бабища богатая, одна бабища богатая, а вторая, люблю вас, бабища, никого он не любит. И это понятно, он как бы вынужденным образом лобзается с ними вот для поддержания какого-то статуса, чтобы его приглашали на один корпоратив, на второй он вынужденным образом с ними дружит, чтобы поддерживать это все. Но вот будь его воля, он бы уже пристрелил бы, наверное, всех, понимаете, да, уже придушил. То есть и это считывается, что эта дружба такая очень какая-то поверхностная, вот вынужденная, не она, ну... Он может, вот я еще поверю, что он любит нетрепко. Вот с нетрепко они дружат, да, они могут дружить. Но вот эти, вот кто, как мухи на говно, с него слетаются богатые бабы, он от них задыхается, да, и это видно. Вот, мои дорогие, значит, что еще хотела сказать. 7 марта, во-первых, у нас с вами бесплатный вебинар в 20:00 по Москве. Запомните это. 7 марта я вас жду у себя ВКонтакте. ВКонтакте, ссылка внизу будет в описании. И 20 марта уже стартует наш мега-крутой проект.
20.00 по Москве, да, который стоит 2900, один модуль, все. Поэтому он тоже очень крутой и продуктивный. Называется «Мои деньги, моя реализация». И бесплатный вебинар по той же самой теме «Мои деньги, моя реализация». Потому что по вашим опросам, так сказать, у меня ногу видно, мое нет, по вашим многочисленным просьбам, именно мы решили работать над этой темой, да, над темой того, как раскрывать свой потенциал, как видеть свои сильные стороны, как убирать этот проклятый потолок финансовый, как увеличивать внутреннюю финансовую емкость, когда ты без конца себе все запрещаешь, как начать себе разрешать, хотеть, понять, что ты хочешь. Да, это все про психотерапевтические процессы на самом деле. Это не какие-то там тренинги, я не знаю, продаж или прочие там бизнес-молодость, еще какая-то ерунда. Это именно про психотерапевтические вещи. Это когнитивно-поведенческая психотерапия, трансактный анализ, да, это очень-очень-очень много чего интересного. Поэтому всех вас я жду 7 марта на бесплатном ВКонтакте, а 20 марта на платном. Мои кисулечки любименькие. Видите, я полетела, полетела. Кто я? Скажите, черная ворона или летучая мышь, птица какая-то, немыслимая галка, чайка. Видите, как красиво? Это тоже какой-то интересный мексиканский дизайнер, мои любименькие. До новых встреч!